Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Supra 2019 года выпуска. Автомобиль в белом цвете, с бензиновым двигателем объемом 3 литра, в 340 лошадиных сил, АКПП задний привод. Автомобиль на красивых литых дисках, хорошей резине. Имеется спойлер, повторитель в зеркалах. Автомобиль покрыт полностью бронепленкой, бесключевой доступ. По салону у нас чистый ухоженный кожаный салон, не прокуренный. Спорт режим, электроручник, парктроники, антиюз, раздельный климат-контроль, кондиционер, подогревы передних сидений, хорошая мультимедиа. Здесь у нас мультируль, круиз-контроль. Также имеются подрулевые лепестки, управление светом. Электропривод передних сидений с памятью на две персоны. Стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 217, 233, 202. Сто девяносто два, 236, 219, 202, 225. Актуальную цену наличия автомобиля вы можете узнать по ссылке в описании.